Вопрос о предоставлении жилья пострадавшим в результате наводнения члены Кабинета министров решали сегодня на месте. В полном составе правительство выехало в затопленный Ханчерский район. От перемены места эффективность работы власти не выросла, считают, однако, местные жители. Спустя неделю люди продолжают перевозить пожитки, очереди за гуманитарной помощью и жить в одной комнате несколькими семьями. Из Немцень, Ольга Гриненко. В село Немцень, где было назначено выездное заседание, члены кабинета министров прибыли на автобусе. Негоже, заявили они, в тяжелое для народа время о собственном комфорте думать. Но вселить надежду местных жителей даже в таком составе чиновникам оказалось не под силу. Ничего не делается, это сейчас все приехали, а когда вода спадет, о немценах забудут, о людях измученных, я так считаю, потому что уже было однажды так. Обещали газ провести, не провели, водопровод тоже не провели. Перед выборами они приезжают, беседуют с людьми, подкупают их, а сейчас что, впереди зима. Сейчас хорошо, кормят нас, а дальше? Сколько мы еще будем сидеть на головах у чужих людей? Мы что, уверены, что будет нам какая-то помощь? Больше обещают. Мы когда-то верили в тех же коммунистов. Они как говорили, так и было. А сейчас... Тем временем кабинет министров совещался за закрытыми дверьми. В ходе заседания премьер назначил состав комиссии по ликвидации последствий наводнения. А когда обсуждения закончились, Владимир Филат правительственными решениями поделился с журналистами. Это и что касается единовременной помощи, и строительства новых домов в кратчайшие сроки, и компенсаций, признав, что государству справляться с ситуацией нелегко. Самое главное, мы должны принять решение, что касается системы страхования. Уточняю, именно обязательного страхования. Это должен быть эффективный механизм, потому что государство не может позволить себе покрывать каждый раз, когда случаются наводнения, такие большие растраты. А ведь наводнения можно было избежать. В Немценах и Котулморе любой мог подсказать самоуверенным чиновникам, как предотвратить беду можно было. Да поздно уже. Комиссию надо было создать, чтобы она провела контроль на дамбе. С прутом не играют, это река. Видели же, что дожди шли, затапливали. Было там все. Надо было защищать дамбу. В соседнем селе Саратин, где большая вода вот-вот нагрянет, люди тоже пытаются докричаться до чиновничьих верхов. Жители Саратень в панике. Они уже неделю наблюдают, как прибывает вода. Она уже затопила расположенные в низине дома. Сейчас здесь в срочном порядке укрепляют дамбу. Но выдержит ли она? Куда бежать в Саратинах тоже не знают. Скажите, чтобы приехали, нас и застрелили. Больше нечего делать. Пусть Филат и Гимпу сюда придут, чтобы мы их видели. Это наша просьба. Люди плачут, дети перепуганы, а мы думаем, куда идти, куда деваться. А у бывшего дома культуры, теперь временной примарии, ушедшего под воду Котулмори, изнеможденные и уставшие люди толпятся в очереди за продуктами. Здесь же обсуждают, что будет дальше. И главный вопрос, где теперь жить? В обещание премьера заселить всех в новые дома до наступления морозов здесь мало кто верит. Это утопия. Он говорит, что в ноябре даст ключи от дома. Пообещал бы, что сделает, а не так уверенно заявлял. Мне 60 лет, и я знаю, как оно будет. Словам премьера Ион Мараро теперь уж точно не верит. Премьер-министр был у нас и сказал, кто найдет себе дом, не имеет значения, в каком селе района. Договоритесь, и мы дадим денег, сколько надо. Они перечислят их примарии. И мы нашли дом. Прямо сегодня был в Леушенах. Я пошел к примару, а он говорит, подожди. Мы не располагаем ничем, еще ничего не знаем. И он вместе со своими родственниками, а их 45 человек, теперь утятся в этом доме. Маленьких детей семейству пришлось отправить к родственникам, ведь самим даже спать приходится по очереди. По последней информации службы гражданской защиты, чрезвычайной ситуации село Котулмори полностью затоплено. Под водой находится около 500 хозяйств. В Саратень 20, Абелень 10. Общее число домов и семей, которые пострадали от разгула стихии, уточняется. Ольга Гриненко, Алексей Семенов, Ханчерский район, телеканал НИТ.